То стан совьет, то разовьет, и быстрой ножку ножку бьет. Красоту русского балета, воспетую в искусстве поэтами и художниками, самарцы смогли увидеть на заключительном гала-концерте фестиваля имени Аллы Шелест. В этом году он проходит в 20-й раз. Для зрителей подготовили большую программу. Как и в прошлом году, фестиваль открывался премьерой. Это такая уже почти традиция стала для фестиваля «Шелест». Мы сумели показать зрителю новый спектакль. Это три одноактных балета хореографии Владимира Бурмейстера. Мы показали в премьеру прошлого года «Почесарайский фонтан» и два потрясающих гала-концерта. Один, посвященный советскому балету, шедеврам советского балета, уже состоялся. Сегодня гала-концерт, посвященный шедеврам русского балета. И уверен, что это будет незабываемое зрелище. Весь вечер на сцене фрагменты лучших балетов: «Пробуждение Флоры» Рикардо Дриго, «Корсар Пуни», «Спящая красавица» Чайковского и многие другие. Концерт из трех отделений. В нем принимают участие наряду с самарскими артистами солисты Большого театра, Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. И все они показывают высочайший уровень мастерства, отмечает идейный вдохновитель проекта Светлана Хумарьян. Мне хочется, чтобы наш зритель больше любил и ценил свой театр, который действительно хороший. И какие-то вещи, вот здесь я на фестивале смотрю, ко мне подходят люди и говорят: а какой, говорит, это театр танцует? Я говорю: как? Наш. Не может быть. Вот так. Фестиваль традиционно собрал огромное количество зрителей, и если бы не шахматная рассадка и ограничительные меры, зал был бы переполнен. Я доктор, работаю в частной клинике. Вот, работа напряженная, ответственная. А в театр мы приходим отдохнуть, расслабиться, получить положительные эмоции, послушать хорошую музыку, посмотреть артистов. Ну, в этом фестивале мы третий год, вот уже с подругой. А в прошлом году были, вот, получается, 18-й год, и это, нам очень нравится этот фестиваль, особенно гала-концерт. А уже сейчас артисты Самарского театра оперы и балета готовятся к новой премьере. 7 и 8 ноября жителям и гостям города представят легендарный балет «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича. Воссоздать постановку решили в год десятилетия Парада памяти, поскольку именно в Куйбышеве, в запасной столице, в 1942 году впервые прозвучала бессмертная мелодия 7-й симфонии Шостаковича. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.